В Благовещенске на улице Кольцевой между Трудовой и Шимановского запустили шумовой светофор. Его установили еще в начале июля, но тогда на перекрестке не было пешеходного перехода. В Благовещенске таких светофоров еще 11. И в ближайшее время в районе судоверфи запустят еще один. Такие светофоры нужны прежде всего для незрячих и слабовидящих. Кроме того, для детей-инвалидов оборудуют 13-ю Благовещенскую школу. Там появятся пандусы и раздвижные автоматические двери. Кроме того, переоборудуют учебные классы и завезут специализированные комплексы «БОС здоровья». Это кабинеты, где дети, подключенные с помощью датчиков к компьютерам, учатся правильно дышать. На усовершенствование школы из областного бюджета выделили 1,5 миллиона рублей. Еще 1,3 миллиона из федеральной казны. По программе «Доступная среда» планируют оборудовать еще 2 школы – в Свободном и Тынде.